Поехали! Под прессинга пытается выбраться Ювентус. По лекалам Сари, как говорит. Вот такой необычный стартовый состав. У Клаудио Раньенцо Тонелли номер 21. Якуб Янгто номер 14. И стартовать. Скорость, мобильность. Это его козырь. И делал поперечную, очень неаккуратную передачу. Рабьо. Дальше. Криштиану Роналду бить. Да, по ногам попали, причем финт не сейчас. Дальнее расстояние, но опять этот самый Нак. Большая группа впереди у Ювентуса. Криштиану, серия финтов, хорош, свеж бок. Кенни. Дальше и момент для удара. Свою не расчехлял, прямо скажем. Хотя, если вспомнить, смотрите-ка, и вот такой у него, оказывается, удар в загашник. Затолкал он. Данило был фол, здесь еще. За ним подбор, момент для удара упущен, Кулусевский пошел, попер вперед, отскок очень удачный и обвонял Кулусевский в прошлом сезоне. Роналду даже не бросил. В первом же матче за Ювентус, молодая от этой рыжеволосой шведской. Энкери, это Тасвима, Рональдо, Рональдо, Леймар, Кулусевский, гол! Daqui a pouquinho o Massini complementa, Kulusevski, cobrança feita na área, a bola ficou com dois jogadores, era tenta a chance! Daqui a pouquinho o Massini complementa, Kulusevski, cobrança feita na área, a bola ficou com dois jogadores, era tenta a chance! Treinador, não pode. Pro professor Ranieri? É, eu digo pra você... Olha o Ramsey, servindo a Ronaldo, será que agora... Treinador, não pode. Pro professor Ranieri? É, eu digo pra você... Olha o Ramsey, servindo a Ronaldo, será que agora... Treinador, não pode. Pro professor Ranieri? É, eu digo pra você... Olha o Ramsey, servindo a Ronaldo, será que agora...